Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Вот такие потрясающие оттенки, их 12. Мне прислали на обзор, это Velvet Teens, серия легендарная Lime Crime. Значит, мы тут, девочки, тусуемся очень взрослые, очень часто такие, по сравнению там с 15, 20, 25-летними и даже 30-летними. И сразу напрашивается вопрос, а вообще логично нам пользоваться такой помадой? Знаете что? Я могу вам сказать, что оттенки кашемир и блашет, они очень носибельные. Так же, как и оттенок риот или райот. Ну, в общем, вот этот риот. Pink Velvet также носибельный. Фады тоже. Рейв, в принципе, на праздник, так же, как и Red Velvet, Pink Velvet. Панси и Утопия, да, они такие маньяческие. Они подойдут для фотосессии, так же, как и Wicked, Шрум и Салем. В общем, девочки, я вам советую обратить внимание, самое такое вообще реально носибельное — это риот и блашет. Кашемир — это самая модная помада была где-то году в 14-м, в 15-м. Ее можно носить, если у вас потрясающие смоки, и тогда все логично. В принципе, как бы можно носить любой оттенок, что касается сравнения с Нубой Милибачи или какими-то другими оттенками помад и текстурами. Я могу сравнивать с помадами MAC, и я могу сказать, что эта помада действительно классная. То есть она красивая, она комфортная, они не все одинаково стойкие. А для того, чтобы губы выглядели такими нагиалуроненными, такими надутыми и классными, я могу посоветовать вам очень-очень простой рецепт. Вы просто берете обыкновенный желатин, завариваете его кипяточком и добавляете туда лимонный сок. Наносите такую маску на губы или вокруг губ, и ваши губы становятся идеальными. Эффект держится сутки или больше. То есть желатин питает кожу, и вообще все в порядке, и не надо ничего колоть, и не надо вообще ни о чем заботиться и переживать, а также о чем-то существенно реально беспокоиться. Сейчас я покажу вам все оттенки такими, какие они есть. Свотчи, наверное, я сделать сегодня не успею, но если вы хотите, мы соберемся с Татьяной, сделаем свотчи на губах, на разных цветотипах, на разных типажах, на разных кожах и при разном свете, потому что сейчас я снимаю на очень простую камеру, а камеру покачественнее я беру у Татьяны. Моя, к сожалению, пока все еще в ремонте. Всех люблю, целую, всем всего хорошего, пока!